Самолет «Новосибирск-Москва» совершил посадку в аэропорту Шереметьево. На борту авиалайнера – чемпионки, принесшие в копилку спортивных достижений очередное золото. Марина Кисаева, Юлия Личагина, Анастасия Солдатова и Кристина Ясинская заняли первое место на чемпионате России по фехтованию в командном зачете. Команда у нас хорошая, слаженная, вот, и мы очень старались, все по укольчику выиграли. Мы претендовали напрямую на это звание. И вот это, конечно, для нас большой бонус, потому что и для города, и для самой себя стать вновь чемпионкой России – это престижно. Несколько раз в неделю спортсменки тренируются на базе Химкинской школы Олимпийского резерва. Раз за разом оттачивают мастерство, которое позволяет состязаться с сильными соперниками и достигать высоких результатов, таких как победа в Новосибирске. Впервые женская сборная команда Московской области принесла золото на ежегодном чемпионате. Мы выигрывали только кубок, чемпионат еще не выигрывали никогда. Вот, так что мы рады. Ошибки тоже были, конечно, особенно поначалу. Наверное, уже ближе к финалу уже все расфехтовались, все хорошо там чувствовали, видели моменты. И, в общем, сложилась хорошая команда рабочая. Ближайшие 5 дней команда посвятит отдыху, а дальше спортсменок-фехтовальщиц ждут сборы в Сочи.